Когда-то я уже пытался допрыгнуть с основной карты до острова Hot Wheels, ну или просто до максимальной высоты на этой основной карте. У меня это не особо получилось. Но недавно мои подписчики нашли баг, что если отталкиваться от трамплинов с другой стороны, то происходит трындец. Собственно, именно поэтому я и вернулся для того, чтобы провести дополнительные тесты, только теперь уже с перевернутыми трамплинами. Давайте посмотрим, что случится. Итак, мы улетаем моментально просто в стратосферу. И, кстати говоря, давайте просто, я сейчас ускорю, и примерно вон в где-то 15 секунд или сколько вот слева сверху время, мы прыгнули, сколько мы по времени будем падать. Ну вот, вы можете увидеть, что на какой мы высоте сейчас находимся. Видно, вот сейчас вот я поставил специально эту камеру от жопы машины до переда. Это вот ширина основной карты, даже меньше. Ну, то есть, если с такой перспективы как бы смотреть. То есть, все вот это вот то, что мы видим, это не используется на основной карте. Мы по этой местности не катаемся, это как бы ландшафт такой на заднем фоне. Вот настолько вот тут много всего. И, кстати говоря, если вам интересно, то сейчас мы подлетели на высоту 17 километров. Ну, если быть точнее, где-то 16,8-16,9. Все, мы приземлились. 2 минуты мы падали. Но, помимо основной карты, естественно, есть как бы и карта Hot Wheels, которая находится еще выше, на высоте 80 километров, судя по сюжету. И, кстати говоря, если вот так вот вниз посмотреть, мне кажется, или мы примерно на такую высоту, в принципе, и подлетели? Ну, конечно, понятное дело, что это не 80 километров, это просто так сказано для того, чтобы в игре сказать, да? Ну, короче, что будет, если я проверну все то же самое, только теперь уже на вот этой карте? Hot Wheels, которая находится гораздо выше. Но не все так просто. На вот этой карте Hot Wheels я буду стартовать прыжком не с ровной как бы поверхности, а под углом. То есть отталкиваться я буду жопой машины вот таким образом от трамплинов, как вот они сейчас стоят, только я их разверну. Возможно, таким образом она полетит еще дальше. Так, моя задача сейчас это установить просто вот эти все трамплины. Итак, я установил очень-очень много здесь трамплинов. И давайте посмотрим, будет ли оно сейчас работать. И, кстати, вот сейчас вы можете увидеть ту длину маршрута, про которую я говорил. Так, давай немножко разгон возьму на всякий случай. 2,8 километра. И сейчас, в зависимости от того, сколько там в итоге будет. Если будет. Ух ты, ё-моё. 19 километров. То есть минус 2,8 как раз тоже где-то... Офигеть. Посмотри вниз. И да, и мы в то же время мы, кстати, где-то вообще на краю. Скорость 717. Как я понял, то, что мы на краю? Потому что скорость застыла, и мы тоже застыли. Это происходит, когда мы касаемся как бы края карты. То есть это не предел, вполне возможно. Мы можем, наверное, улететь даже дальше. Прикол. Тогда подожди. Я хочу, значит, заново. Как тут? Сбросить маршрут. Да. Значит, теперь мне нет смысла сейчас вот это вот все выпендриваться и как бы лететь вверх. Ой, заезжать, точнее, наверх. Я просто снизу вот здесь поставлю вот эти трамплины. Ну, потому что... Какая разница, по сути? Только, блядь, как их поставить так под ровным углом, чтобы они были нормально, чтобы все было. Так, вот так вот они будут под ровным углом. Я их понаставил. Не знаю, насколько много, немного. Длина маршрута. То есть сейчас мы увидим как раз число максимальной высоты, если увидим. Угу. Так, погоди-ка. Так, сейчас произойдет бакс. Да, бакс. Какой бакс? Не бакс, а баг, я хотел сказать. Ну чё? О! Подлетели 16 километров. Не, все-таки да. Все-таки, видимо, это была как раз-таки примерно максимальная высота. И вот сейчас, посмотри просто. Блин, нифига не видно. Ладно. Так, стоп. Смотреть повтор. Пауза. Тип камеры. Не, фоторежим. Во, это я, чтобы в фоторежим зайти. Максимальная тупо высота. Блин, какой отсюда остров Hot Wheels. Это посмотри, насколько мы сверху над этим островом. И насколько жесть. А вон там он еще ниже. Это вообще вон уже карта Forza Horizon. Основная. Насколько она далеко, то есть. Офигеть. Мы реально тупо улетели в космос. Давайте теперь посмотрим на все это только ночью. Как это все выглядит. Мы подлетаем. И да, кстати говоря, слева, оказывается, снизу в фоторежиме написано высота. Я на это не обращал внимания никогда. Очень странно. Блин, капец. Облака такие смешные, да? Вот отсюда. Они так вокруг-вокруг идут. Ну, потому что специально, чтобы относительно вот этого острова все так выглядело. Но, по сути, это просто квадрат такой чистый из облаков. Короче, давай
Подожди-ка, чуть ярче сделаю, чтобы видно было. Вот, вот это вся карта. То есть вон слева вы видите одно побережье, посередине вот под островом Hot Wheels практически стадион, и вон там вон другое побережье. Плюс вон вулкан можно увидеть, если постараться. Вроде бы вот это вот, да? Наверное, вот это вулкан. Но вряд ли вот это, как бы, это не вулкан, это какая-то, это фестиваль, по-моему. Жесть. О, кстати, драг-стрип вот этот вот. Заброшенный. Короче, спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Счастья, здоровья, любви, удачи, денег. Всем пока.